Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они ехали из аэропорта в Грозный на приговор Заремы Мусаевой, матери активистов Янгулбаевых, которую в прошлом году похитили из Нижнего Новгорода чеченские силовики и обвинили в избиении полицейского. В общем, я эти все угрозы воспринимаю, на самом деле, конечно, серьезно. Я понимаю, что опасность высока. Моя защита – это газета. По дороге машину Милашина и Немова остановили люди в масках. Их били ногами, в том числе по лицу, приставляли пистолет к голове, угрожали убийством, разбили технику и говорили уезжать и ничего не писать. У Милашиной закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук. Она несколько раз теряла сознание. Адвокат Немов, помимо травмы, получил ножевое ранение. Несмотря на это, суд отказался отложить вынесение приговора Мусаевой. Ей дали 5,5 лет колонии, столько просило обвинение. Немова и Милашину сейчас перевозят из чеченской больницы в другой регион.